Продолжаем доброе утро на Вашане. Хочется сделать сегодня еще что-нибудь позитивное после негативного ролика. Хочется позитива. Позитив это, да, я совсем обленился. Я люблю скеги для гладкой воды, чтобы когда ты чешешь нос, лодку не разворачивала. А еще оказалось, что скег можно сделать из всякого говна. Например, из канистры из-под очистителя для унитазов. На воде блютузик. Так, разгоняйся и бросай лодку, весло. Да, прям до упора, плыви сколько получится. Ну, ясен пень, что лодка едет. Прямо видно. И больше чего не надо. Ну, чуть-чуть ее подкручивать, там возможно. Ну, этого не страшно. Все, спасибо. Самое прикольное. А давай ты сюда приедешь, а я сниму этот скек покажу. А это там, лучше вот снизу проходить. По диагонали вот так вот, прям езжай ко мне, носиком наверх немножко. Вот так сейчас, да? Да. Только чуть помедленнее, а то ты сейчас перевернешься. Спокуха, все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, граждане, человек на лодке. Ты давно последний раз весло в руки держал? Последний раз? Да, просто покажу. Так, понятно. А, просто она слишком для тебя это. Я на такие боюсь, мне знаешь, как это самое. Понял. Вылезай, у нас эфирное время, оно дорого, ТВ. Из чего сделан этот, это пишется, поэтому не ругайся. Да, туда. Нет, сделан этот скек. Обхохочешься. Скек сделан из канистры, из-под санфоровского какого-то вот этого вот. В чем прикол-то? Ну как бы да, форма, но эта штука, блин, как тут делать подальше-то, ни разу не жесткая, она вот аж вот такая. Ее телепает. Тем не менее, оно работает. И на этом все. А с вами опять был я.